Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Розе. Мы сегодня поговорим об игре Godfall. Спасите Эперион. Вы последний из рыцарей Валориана, мастеров боевых искусств, облаченных в легендарные доспехи доблести. Покорите мир Godfall, инновационной ролевой игры с элементами ближнего боя, слэшером и сбора предметов. Так, инновации. Сбор предметов, ближний бой, элемент ближнего боя, так, слэшера. Новое слово, сейчас прогуглим. Что такое слэшер? Перед этим новости. Epic Game подарит 15 игр. Сообщается, что в конце этого месяца Epic Game будет раздавать 15 игр бесплатно. При этом только одна игра будет предлагаться в течение недели. Акция начнется 16 декабря, бесплатная копия. В этот же день начинается распродажа, которая продлится до 6 января 2022 года. Первые 14 игр, как сообщается, будут доступны в течение одного дня, а 15 игра будет доступна в течение недели. Отметим, что Epic Game раздавала 15 игр в прошлом году и 12 в 2019 году. Так, а теперь об игре. Игра неплохая. Можно поставить твердую пятерочку из 100. Не, графически игра неплохая, реально. Она радует глаз, все красиво, классно. Но все остальное, тупые мобы, просто не знаю. Вот после New World я просто разочарован. New World и потраченным моим деньгам. Просто весь геймплей New World это час игры. Дальше просто повторение, тупой, просто непонятный гринд, чего-то там. Просто какой-то, ну, блядь, по всей карте надо бегать. Короче, неинтересно. Тут тоже я не знаю, чего и инновационного такого. Там есть три режима в этой игре. Там вот один из этих режимов. Тут какая-то тьма, тебе надо бегать мечом, включать фонарики. При этом... убивать каких-то монстров, это еще делать за время. И монстры на такие тупые просто. Я насчитал 4 вида монстров. Это получается берсерк. Он или большой какой-то чудик непонятный. Или монстры такие просто с мечами обычные. Но они тупые, просто идут и тебя тыкают. Еще есть монстра магии. Анимация монстров меняется, но скиллы те же. Там есть массовый урон. Хоть монстры не похожи друг на друга, но анимации меняются, действия одни и те же. Увернуться от моба это просто нереально, потому что когда ты начинаешь делать подкат, он разворачивается в тот же момент за тобой, это просто нереально. Уклониться просто нереально, но зато есть супер подкат. Который поможет тебе в любой ситуации. Ты просто на нем можешь откатить куда хочешь. Тебя, я не знаю, разработчикам, наверное, подкатов мало было. Вот смотришь на это и думаешь, что происходит. У меня там на жопе колесики или что у меня. Графически игра просто, ну, кайфовая. Вот геймплей, я не знаю, просто такая тупость. Просто такая мудятина, ну. Зайдет 40-летний мужик, потыкает там, ну, 3 минуты, да. И на этом все закончится. Ну, ребенок зайдет поиграть, его тут убьют. Два раза он скажет, все неинтересно. Я не знаю, для на какую аудиторию настроена эта игра. Ну, не знаю, кто в нее будет играть. В игре нет русского языка. Короче, жду новых помоек от Epic Game. Может, какая-то хорошая игрушка-то попадется.